и областях. В Танзании пассажирский самолет при посадке упал в озеро Виктория по причине неблагоприятных погодных условий. Турецкий гимнаст Адем Асиль завоевал золотую медаль в упражнениях на брусьях на 51-м чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле и Великобритании. Но теперь подробнее об этих и других событиях. Двое турецких военнослужащих погибли в результате взрыва в районе первостепенчащих щек на севере Ирака. В районе операции «Пинчащих щек» погибли, несмотря на все неудачи в больнице, которые были доставлены. Приносит свои соболезнования родным и близким погибших солдат, а также вооруженным силам Тюркии и нашему народу, говорится в заявлении Минобороны. Два террориста сепаратистской террористической организации ПФК «ЕСРГ» были уничтожены в больнице. Источник мира на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны. Наши турецкие вооруженные силы продолжают принудительные операции против террористов на севере Сирии. Были обезврежены два террориста ПКК и ЕКГ, которые готовились атаковать во время операции «Источник мира», говорится в заявлении. Между тем, национальное разведывательное управление МИД в ходе операции в Сирии ликвидировало одного из главарей сирийского крыла террористической организации ПКК ЕПГ Кайса Беху Сулайву по вызовным АЗАТ. Согласно информации, полученной от источников, в силовых структурах террорист Сулайва, присоединившийся к террористической организации ПКК в 2013 году, сначала занимался террористической деятельностью в Синджаре в Ираке, а затем в районе Тель-Тамим в Сирии, после чего в 2017 году был переведен в район Рассимайн Тель-Тамира. И этот террорист заключился в ряде дел по расследованию 17 отношений турецких военнослужащих. Террорист Сулайва был обезоружен операцией Уктай посетил Шушу, город символ Карабаха, который азербайджанская армия освободила от оккупации Армении. Уктай сопровождал премьер-министра Азербайджана Али Асадова и специального представителя президента Азербайджана Шуши Альбина Керимова посетил исторические места Шуши. В ходе совместной с Асадовым пресс-конференции Уктай сказал, что в Шуши повышались ощутимые значимость единства народа. Сказать, что в Шуше они стали свидетелями того, как земли, города и селы уничтожались армянскими оккупантами, Актай подчеркнул, что при строительстве и возрождении Карабаха Сирия оказывает поддержку, как это было в оккупации войны. Также он пригласил в Шушу многочисленных из Тюркии и Тюркского района. Касаясь контактов с Азербайджаном, Актай сказал, что на заседании совместной экономической комиссии на основе консенсуса они пересмотрели экономическую и коммерческую структуру двух сторонних отношений и наружу сотрудничества.